Так, вышел один. И проблема в том, если он уйдет в другую сторону. Слева стрельба. Так, пошла жаровня, родники. Максимальная сосредоточенность. Максимальная. Справа кто-то бьет зомби. Этот стреляет слева, блин. Окружили вражины. Напоминаю, что у нас одна жизнь. Этот забежал в дом, отлично. Нам надо не отпустить, который перед нами в доме и вот тут. Прям в соседнем подъезде. Это модификация на Дейс. Так, их двое, по-моему. Отлично, зажимаем вот этих зайчат. Сейчас будем работать по ним. Еще один. Сколько же вас? Идет бой на дальней дистанции. Внимание, внимание. Окружили. Вражины окружили, родненькие. Есть попадание. Но он может быть жив, черт возьми. Это большая проблема. Он наверняка в унке и встанет из нее. Так, подранили вражину. Гадов трое. Так, идет поднимать братка своего. Так, еще одного подранил. Черт возьми, что нам делать? Мы как в Брестской крепости просто. Будем сейчас до последнего тут защищаться от падал. Блять, и они могут быть, короче, оба в унке и оба с нее встанут. Капец, капец, капец. Ай, мы ничего не можем с этим поделать, черт побери. Так, продолжаем вести бой. Нужно менять позицию и смотреть через другое окно. Уходим. Блин, бой на такой дистанции с мушек просто невероятно атмосферно. Мне очень нравится. А вот и третий, либо тот, кто встал в сумке. Если он по нам попадет, нам кранты будут с вами. Ну, медведь оттоптал. Так, вижу, отлично. Пикает из-за двери. На всякий случай в дверь прострел дал. Все. Они же сейчас пошли лутать меня, да? А я прибегу и проверю их, допустим. Давайте попробуем чекнуть наш труп. Давай, давай, сдохни, сдохни, тварь. Блять, как лутаться-то, жесть. Так, у нас есть шанс, родненькие. Шанс отомстить есть. Не надо оставать. Погоди, у меня выпала винтовка из рук. Вот она! Блять, возьмись ты, чё? Долбаная хренотень! Так, похеру, пошли порашить их сейчас. Держись, падлы. Он встретит меня в Вальгале! Все, побежали, блин. А, так вы костерчики решили там разжечь? Серьезно, зачилить парнишки решили, да? Хорошо там в дискорде лежат, смотри, родненькие. Тюманики сидит, кушает у нас там. Сидит малышок, кушает. Есть! Положили вот этого. Так ты у меня хрен выйдешь отсюда, родной. Сидит, вообще не двигается, типочек.
Спрыгни крыши к нему на балкон. Да, good day, но я не умею этого делать. Я не умею этого делать. Ну, давайте попробуем, как бы. Давайте попробуем. Потому что я никогда так не делал, ну, может быть, получится. Как прыгают-то? Я говорю, никогда этого не делал. Блять, он упал! Ну... Так бегу опять. Только где я появлюсь-то, непонятно. Куда я упал-то, блядь? Не-не-нет, это спереди было. И костра нету. Так это тот дом-то ведь. Да, вот этот, вон тот дом-то, я идиот, блин. Это не тот. Вперед, родники. Вперед. Нам двустволку, и мы пойдем парашить. Кто-то зомби бьет. Или он отмычку ли снимает? Нет, кто-то зомби бьет. Отдыхай, малыш, так. Чё, дружочек-то тут, нет? Так, мы его зарашили всё-таки. Сейчас надо ждать, есть там ещё корешок у него? Мутю-батюшки пришёл за лутом своим. А тут-то Тимоха нахрен, блин. Тимоха оборону держит. Вот так, да, полилась кровь, черт возьми. Крови будет много. Вот моя винтовка, блин. Падла, отдай ее сюда. Это все Тимохина, блин. Вы не заслужили этого. Ой, ты... А, нет, это не тот прицел, твою мать. На отмычке они на свои тут позакрывались, блин. Сейчас Тимоха вам устроит, падлы. Этот-то сидит там, нет, не пойму, блин. Теребонщик-то главный. У него отмычка, ну, значит, этот, походу, теребонщик. Так, сейчас прессак починим, да, потому что мне залететь надо его прорашить. Ну что, видите, история-то закончилась. Все равно мы их всех замочили. Сейчас посмотрим, что по трупам. Вот этот один лежит у нас постеленный здесь. Да, видите, вот он вышел, папа Карло. Да! Я замочил двоих, короче, и третий папка нас. Смотрите, вот этот первый я ему дал. Вот этому я второму дал с оранжевым рюкзаком. И третий их папик нас все-таки завалил, а мы один хрен завалили его. Так что Тимоха эту пачку один хрен размотал. Только не с первой попытки. Патронов просто мама родная. Но видите, у меня там магазин был, это было так удобно. Кинь ее что-нибудь. А во что кинуть? Ага, на крыше. Да, бой идет. Блин, а я, увидите, отдалился. Мне бы туда, наоборот, подойти. Приключение у Тимохи нормально идет. Сейчас пачку из троих размочили. За два захода, правда? На, нахуй! Охуеть, вы видели? Я попал! И он просто стоит дальше, стреляет. Вообще, на похер, из него кровь брызнула. Вы же видели этот дичь? Он даже не шелохнулся, он просто стоял и дальше стрелял. Лол, там еще два папика, короче, еще двое. Сейчас будем пробовать выкуривать. Ну, нам, короче, надо как-то этих папок это... Всех надо замочить, короче. Опа! Нас выследили с противоположного здания, ведут бой. Да господи, ты задрал в своем этом, блин. Так, нас с другого здания вычислили. Вычислили, родненькие. Так, вижу его. Промазал. Блин, опять этот дальний бой вообще по кайфу. Сейчас, братка, хеллоу тебе пропишем. Со стволом бежит, говорит, hello. Так, еще нас пытались отрашить.
Блять, они меня разводят, ё-моё. Это чё такое нахрен? Вы видели? Вот эта дикошарая баба просто какая-то наилютейшая. Так, Тимоха ведет бой один против всех в Оркуте. Мы окружены, не те чертовы патроны, дегенерат, блин, ты не можешь заряжать дробь. С двух сторон нас атакуют. А вот сейчас не понял, откуда прописали нам. В тюрьме. Ага, на крышу залез. Ну, короче, здесь только если рискнуть, что их двое. В голову. Счетчик пошел, родненький, включаемся. Надо убедиться, что он мертв. Он в мотоциклетном шлеме был, но я ему... Да, встал. Все, руки вскинул, мертв. Пошел челлендж. Срочно ищем второго. Неважно какого. Бля... Ёп! Это просто по жести. Нет, 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 братка, ну почему ты один-то оказался? Ну как ты, вы ж не ходите поодиночку-то, вы все ж... И здесь челик, прикиньте! Взять в плен! Так, все, готов. Да-да-да, я иду туда. Конечно, лутанем. Как мы без разлутки-то оставим? Типа, это не видано, не слыхано. Ага, слева еще один. Мертвый челик у колонки. Это, короче, тиммейт его. Прикиньте, как забраться? Как забраться на шку? Это тиммейт его. Катюха, привет. На нахер, нормально, короче. Еще и второго приписюнили. Братку. Че, братка, не получилось, да? Не получилось, родненький. Тимоха вашего брата пороху-то нюхнуть еще заставит. Раз, два. Все лежат. Лежат бойцы. Отмудоханы. Так скажем. По полной программе. Перевязываемся. Давайте смотреть, что у родненьких. Уродненьких. Вы заметили, как это звучит? Уродненьких. Это прикол. Ой-о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 й. Ой-о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 й
Нашли батю-то. Комбат, батяня, батяня, комбат. Так, сейчас заряжаем Диринджера, спускаемся второго, смотрим и уходим.
Короче, капец тайминг. Вы считаете, что это машина? Вау! Мама! Мамка! За что? Вижу, падлу! Мама, меня фура меня задавила! Ты чё, крыса, думаешь, можно шмалять по Тимохе и нормально у тебя все будет? Отступаем в подъезд срочно! Видел тело? Ох, броня как отработала чётенько! Ох, бронечка-то как отработала, родимая! Давайте, крыс, блять, это пиздец! Извиняюсь за свой французский. Так, обстреляли. Ведем бой в окружении. Кто может, помогите. У меня 2 патрона. Это... Иди сюда, тварь тупая. Недоношенный-то. Ну, они могли это слышать, конечно. Let's go, говорит, let's go. Пошли. Так, 2 лобочка в касках. Чё, куда, let's go, куда пойдем? Пить будете, нет? Бля, чувак, ты пиздец долбишь, короче. Утю, в головушку-то получил. Что? Как второй выстрел? Чё за бред? Блять, вы чё, издеваетесь надо мной? Я ему второй раз в голову дал с этого. Он, блять, выжил. Пуля прошла сквозь его голову, поэтому там и был отблеск. Чё, сдох собака, блин? Блять, вы издеваетесь, сучьи выродки, вы издеваетесь! Это издевательство, господа. Блять, это просто пиздец какой-то. Да иди ты, чмо! Пошел вам чмо конченое, обоссанное, очередное зажавшее меня в двери, блин. Спасибо. Если тебе повезло, то теперь мы тебя угандошим так, что ты охереешь на всю оставшуюся жизнь. Блять, я не успеваю перебинтоваться. Тип на улице, я его слышу. Вы видели его труп? Только поэтому я спокоен. Тимоха, живи, родники, живи! Мы выживем, это что-то невероятное, просто... Мы выжили. Мы больные сепсисом. Но мы, короче, живем, родные. Надо срочно спрятаться в каком-то помещении, в каком-то из школьных кабинетов. Боже мой, вот это выживание, вот это накал страстей. Родники, дезинфицируй рану, вот это выживание пошло. Лайки, пожалуйста, ставьте. Блять, они здесь. Я не могу уйти из школы, они найдут меня, нет, Тимоха хочет жить. Сейчас будем перебираться вот в это здание противоположное, надеяться, что нас не спалят. Вот там вот был выстрел, они отходят туда, в ту сторону, зомби мертвы. Если нас с вами видят... Так, второе тело бежит, прячемся. Зомби, иди нахер! Отвали от меня, отродье бесовское. Второй челик пробежал. Удалось выбраться из школы, враги по-прежнему в округе. Один пробежал, второй только что пробежал, за нами это зомбиха. Нам срочно нужно добраться до противоположного здания! Идет бой! Нет.
Так, мы успеваем добраться до следующей пятиэтажки раздолбанной. Самое главное, что мы каким-то чудом по-прежнему живы. Ножик уничтожен. Единственное наше хоть на что-то способное оружие. Сейчас надо подняться на крышу и попытаться найти боеприпасы. Да. Ну чё, стрелки, блин. Сейчас посмотрим, на что вы способны. Или не способны. Видели мы вражин, видите, когда у нас не было патронов. Ага. Давай, 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 давай. Что? Что? Так, этот мертв должен быть. Одного выкрошили. Сейчас, если встанет, будем добивать. Один патрон снова остался. Я специально стою, жду, если он встанет. Если встанет, должны добить. И надо перемещаться на другую сторону, и отсюда надо уходить. Но это только после того, как зомби успокоятся. Ну, это жопа полная. Здесь очень много зомби. Мне надо... я буду надеяться, что они сместились. Господи, как здесь отбиться от этих тварей, я без понятия. Как-то надо дойти до трупа, как-то надо. Как, без понятия. Боже мой, дурачина не закрылась. Да чтобы все сдохли, а. Все умрут, а я останусь. Так. Боже мой. Так, все, внимание, смотрим очень внимательно. Нет, нет, ты не мог выжить, ты че? Лежит, лежит, падла. Ай, ты красота какая. Ай, красота. Охренеть, вот это пассажира мы уработали с вами. Один патрон, да чтоб ты... Так, спокойненько, спокойненько разлутываемся. Немедленно отступаем. Немедленно. Все грелки, срочно костер нужен. Надо отходить, сейчас ХП будет абсолютно на нуле. А, привет, Last Plower. Чертова труба, которую я не смогу перепрыгнуть. А, нужно пробраться под ней. Боже мой, совершаем побег с Воркуты. Слушайте, да это целый сюжет. Целый черт бы его побрал сюжет-то. Пожалуйста, пролезь здесь, блин, узко. Пролезешь, нет, пролезешь, родной, есть. Так, давай, 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 давай. У нас нет ХП. И все это очень плохо. Так, давай, братка, живи. Так, зажигалки, вся херня, все это есть. Разводи давай быстрее. Удалось вырваться из города чуть ли не под огнем. Тимофей сидит, греется сейчас, и будем дальше жить. Самое главное сейчас согреться и восстановиться, перекусить. Все, пошло тепло. Тепло согревающее. Замерзшие кости Тимофея. Так, неплохо. Привал. Но он не упал. Я не знаю. Может быть, я попал по нему. Может быть, у него бронежилет сработал. Я не знаю. То есть, туман, кусты. Он дрался с зомби. Я не смог понять анимацию. Так, этот мертв либо в унке лежит. Но это не тот тип. Это не тот тип. Кто-то дерево валит. Вы что, охерели?
слева кто-то дерево валит. Вон он лутается, нихера тут кепок. Вот здесь кто-то дерево повалил, прикиньте. Да нет никакого пинга, Станислав, я виноват, что все серваки лагают. Так, голова с плеч, еще один наш. Так, я хочу их мочить просто. Привет, косач, дела хорошие. Раз, два, три. Ну вот тоже момент, да, как бы два патрона. И вот эти два патрона мне совершенно не хочется на кипарьё тратить. Он сидит внизу, я его слышу. Он теребит оружие. И кашляет постоянно. Вы думаете, что это в доме напротив? А, это в соседнем падике, походу, слушайте. Походу, в соседнем он падике. Меняем позицию, чтобы перестрелить. Ну, сейчас 200 зомби, 50 сагрим, подождите. Где-то вон там, короче. Папа Карло наш. Ух ты, блядь. Он пережил 7.62. Он пережил 7.62. Так. Но мы в домике нахрен. Так. Так, все нормально. У нас стволы нормальные появились с вами. Ну, короче, появились патроны. Лута-то, может, у него и много, но мне надо дождаться, пока успокоятся зомби. Смотрите. Смотрите на это количество, родненькие. Охренеть, да, не встать просто. Блин, можно СКС вообще на самом деле скинуть, потому что непонятно, когда будут патроны. Я считаю, что труп пока не надо лутать. МК-2. МК-2 пустой. Видите, сколько зомби вокруг него? Я, Кир, играл в DayZ мод активно, и на Аномальск в DayZ моде тоже играл. Нет, зомби никак нельзя отвлечь. Их можно только привлечь к себе. Вообще, у него, наверное, есть наш патрон, да? Нет, у него нет бронежилета. Бронежилета нет совсем, так что выстрел он не мог пережить, но он пережил. Я даже... Вот этот... Вот этот может сумки встать. У него был напарник. На это я не рассчитывал вообще никак. Я бежал его добивать.